что же солдат твой, ничего не сказавший, так и уехал? Звал нас ехать вместе. Звал? А ты чего это плечами так? Ты к чему ты плечами так? Незачем нам ехать к нему. Незачем? Незачем? Ах, молодец, ах, удумала, вот хвалю, правильно, тебе незачем ехать к нему, тебе африканского принца надо, директора универмага. Да не расстраивайтесь вы так, вам трудно обо всем судить, не все вы знаете про наши дела. Больше твоего знаю, больше твоего вижу. Ведь он от доброты нас к себе зовет. Ну подумайте, почему мы будем его так наказывать? Зачем ему взваливать на себя такую обузу? Пусть поживет, найдет себе какую-нибудь девушку без такого хвоста, как у меня. После сам радоваться будет, что не связался. Вот то-то и оно-то, хвоста. И мужа-то своего ты хвостом своим отмахнула. Да муж тут при чем? А при том, что ты верно сказала, с хвостом-то он и того. Да вы про какой хвост? Так ты сама сказала хвост. Вот о хвосте и речь. Я про детей сказала. Про детей? А про что? Тебе лучше знать. Вам, бабам, лучше знать, какие у вас хвосты бывают. Ты что думаешь, люди-то зря говорили? Скажи, зря? Про что говорили люди? Про солдат. Вот про что. Про каких солдат? Ты не придуривайся перед старым человеком. Все говорят, что ночевали у тебя солдаты на переправе. По кинам ты с солдатами ходила, подарки тебе приносили. Ты не прикидывайся. А ну вас совсем, не путайте вы меня в свои дела. У меня характер мухоморный, и сам я старый мухомор. Ну что ж, пожалуйста. Это кто вас так назвал? Солдат твой так меня аттестовал, когда я ему правду говорил. Это когда он приехал? Вы с ним долго сидели на скамейке и беседовали. Это тогда он вас так обидел? Ну, я-то тут при чем? Шил-то ведь в этом, значит, не утаюсь, значит, шил-то. Ведь солдат-то твой, он тебя вроде простил. Так чего тебе еще-то? Простил? За что простил? Боже мой, что вы ему только наплели по доброте своей душевной? Солдат, да никого кроме него у меня и не было. И он-то что вытерпел из-за ваших этих? Господи! Ну что ж теперь реветь-то? Реветь-то что, схватилась? Теперь уже это ни к чему. Сами все запутали, а теперь реветь. А ведь солдат-то твой, пожалуй, ничего. А? Что ж теперь делать-то, а?